Итак, мужики, не знаю, сколько раз пытался смонтировать видос, а комп ее берет, программу вот так сворачивает, и проект не сохраняется. Все заново, 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 надоело. Достал комп, снял крышку, посмотреть, все ли тут хорошо. Вот почему он перегревается и почему он сворачивает программу. Вот так вот визуально, вот глядя на радиатор процессора, да, ну вроде ничего, так пойдет. Возможно, причина даже в другом. Может быть, да и видюха нормальная. Охлаждается, все замечательно. Здесь что у нас? Здесь тоже все в блоке питания замечательно. Так, ну буду искать причину другую. Мужики, всем привет! С вами Санек. И сегодня видосик про плоскорез. Вон у меня уже такой видос есть подобного рода. Кто не видел, вот здесь вот вверху ссылочка, переходите, смотрите, там я рассказал, показал, что за металл, как делал, из чего делал и почему делал. Единственное, что этот длиннее на 10 сантиметров, этот ровно метр. Прошлый был у меня 90, но он уехал вместе с Франкенштейном. Вот, а без него, ну, очень неудобно. И нет видоса, как я работаю с этим плоскорезом на малыше. И вот будем сейчас восполнять этот, так сказать, пробел. Вот хочу на 7-сильном моторе потаскать метр. Это я делаю мульчер. По крайней мере, пытаюсь. Вал уже сделал. Как делал, почему так делаю. Кому интересно, пишите в комментариях. Снимать видос про него, не снимать. В принципе, осталось только сделать рамку, поставить двигатель. Шкив я уже вварил. Мульчер будет на цепях. Так, все, ладно, хорель-ля. Погнали ставить его на трактор и немножечко пополим бурьян. Так, плоскорезик установил, поставил опорное колесо. Впрочем, все как и в прошлом видосе. Единственное, поставил его вот таким образом. Вот. Так что, если что, потом переверну его. Как-то так. Ладно, погнали на огород. Так, ну вот здесь вот лук был, мужики. И вот это вот херня, как она там называется, портулак, да, по-научному, он просто задолбал. Вот сейчас будем с ним бороться. Все, сейчас вот так чуть-чуть туда протяну, чтобы мне потом развернуться и от кукурузы в сторону дорожки, потому что, ну, тут картошка, как раз таки мульчер для нее и хочу сделать, если получится. Все, давайте сейчас камеру на штатив и протяну немножко туда, потом развернусь с той стороны и посмотрим, как это все дело работает. Ну, может, опорное настрою еще, и может, талрепчики еще поднастрою. В общем, как-то так. Да, мужики, короче, не нравится, как она, этот самый, работает. Вот. Сейчас пластину эту переворачиваю. Вот. И еще раз пробую. Так, друзья, перевернул пластину. Попытка номер два. Пробуем. Возможно, придется еще поднять стойки. Thank you.
Так, мужики, меня видно, да? Привет. Посмотрим, как вот этот электронный оператор будет справляться с поставленной задачей. В общем, сейчас добиваю вот здесь. И потом разворачиваюсь с той стороны. И посмотрим результат. Так, мужики, ну, прополол все это дело, вот оно. Осталось только граблями собрать абсолютно. Вместе вот даже с корнями, где мелкая, вообще отлично. Вот березка вот эта, да, срезается, понятное дело. Здесь вот с корнями. Осталось только выгорнуть. Вот, сейчас поедем туда. Там покрупнее чуть бурьянец. Опорное колесо, ну, оказалось лишним. Не так уже глубоко он залазит. В отличие от прошлого видоса. Там было чуть посложнее задача. Но, тем не менее, вот она, березка вся. Вот. И проблема та же самая. Та же самая, как и в прошлом видосе. Вот, пока не перевернул, делов не было. Ну вот так чисто получилось все это дело прополоть. А еще в комментариях спрашивают: Саня, а где ты берешь железо для своих самоделок? Да нет, ничего проще. Чаще надо выходить на улицу и смотреть в небо. Вот так стоишь, смотришь, а тут херакс такая херня. Вот, пожалуйста. Части бесплатные. Ну вот так же и здесь абсолютно все. Что-то сполото, что-то вырвано вместе с корнем. Вот такая вот
мужики. Трава. Пожалуйста. Бреет как бритва. Вот. Опорное колесо пришлось снять. Работает отлично. Даже без него. Даже приходится рычаг прижимать ее к земле, чтобы она работала так, как надо. Вот вообще с корнем вырвало. И главное, что пропусков нет. Вот это самое основное. Вот сейчас вот эти два рядка картошки вырыть надо. Сейчас вот здесь пробегусь и с той стороны. Ну вот, мужики, быстро и чисто. Ну, какая-то мелочевочка осталась, листики. Ну, завянут, да и все. А так, по большому счету, вот она, трава вся здесь. И пропусков нет. Как-то так. Ладно, всем пока. Всем сил хватает за глаза. Приходится аж задавливать. Ну, так настроено. Пускай будет так. Главное, что не руками. А техника должна помогать. Все, с вами был Санек. Вон еще одна плантация. Я думаю, скоро увидимся.